Астана-балет встречает лето главным событием года – Eurasian Dance Festival 2019. Лучшие балетные компании мира соберутся на одной сцене, чтобы показать мировые шедевры, народное творчество и современную хореографию. Стань первым, кто увидит искусство танца из Праги, Токио, Санкт-Петербурга, Киева, Берлина, Будапешта и Нур-Султана. Не пропустите! Самые захватывающие кадры выступлений в дневниках Eurasian Dance Festival на Казах ТВ. В этот период в нашем театре наконец состоялась премьера «Жизели». Вот поэтому, наверное, спасибо, что правильно, я считаю, что нас включили в фестиваль. Мы должны создать вот именно те же вот орнаменты того времени. Опять же, мы применяем новые материалы. Здесь вот кажется, как бы это железо, на самом деле это не железо. Это у нас новый материал, ворбла есть. Он пластик, который нагревается, мы облегаем по форме. Да, мы это же, видите, это все мы декорируем. Уже вручную все делаем, выдавливаем, надавливаем все. Получается вот такое. И где-то оттенки даем такие, чтобы под металл. Мы с хореографом решили снова создать балет 800-го года, приближенный к русской версии. Это очень интересно. Для нас это как игра перевоплощения, воссоздать средневековую историю на сцене. Я исполняю роль графа Альберта в балете «Жизель». На мой взгляд, это очень... Одна из моих таких любимых партий. Я вот недавно его станцевал, буквально месяц назад у меня была премьера в Украине. Я очень рад, что именно мне доверили эту партию. Близка, что она... Я верю всем. Я также и в жизни, и также и на спектакле. И мне не приходится там играть специально, как бы из себя кого-то там строить. Все по-настоящему, все как есть. Я думал, что этот театр более древний, но только что узнал, что он строился в 2010-13 годах. Очень интересно видеть новый театр, который выглядит таким античным и внутри так красиво. Очень много Жизелей в разных театрах. И вот тот, который сегодня на нашей сцене, это эталонный спектакль. Это эталонный романтический спектакль. Здесь совершенно все. Декорации, костюмы, потрясающая хореография. Интересно, что вот главная героиня, что она сходит с ума в конце, это как бы так непривычно для какого-то классического балета. Эмоции прекрасные вызывают, конечно, костюмы красивые, актеры тоже хорошо танцуют, мастера своего дела.